Здравствуйте. Я вижу, кто-то появляется здесь уже. Напишите, пожалуйста, слышно ли, как со звуком делом обстоит. Не слишком ли? Ага. Хорошо, спасибо. Спасибо, Олег. Ну что, части присутствующих здесь продолжается ретрит с зеркалом. Соответственно, вы можете делать это упражнение, которое я хочу предложить сегодня, с зеркалом. А кто без зеркала, те с закрытыми глазами. Соответственно, по четвергам, вот те, кто сейчас как тут продолжают заниматься уже некоторое время. По четвергам мы сейчас взяли такую тему внимание к определенным частям тела. И когда мы обращаем на них внимание, на эти определенные части тела, то стараемся почувствовать, как это отражается, или отражается ли вообще как-то в нашем общем состоянии. Потому что некоторые части тела при особом внимании к ним, они как-то проецируют эти состояния, они их порождают как-то особым образом. Какие-то оттенки состояний, оттенки переживаний. Вот. Ну, часто эти части тела каким-то образом связаны с эмоциями, с чувствами, что естественно. Они как-то, мы ими часто выражаем чувства, собственно. Ну и одно из таких самых понятных выразительных средств для нас – это рот вообще, рот. Мы им не только в него что-то вкладываем постоянно, но и из него у нас что-то выходит. И выходит из него у нас не только информация в виде там слов, но и много чувств, много эмоций. Мы кричим, плачем, смеемся, хохочем и улыбаемся. В общем, мы выражаем с помощью вот губ, и рта, вот этого всего ротового аппарата, очень много разных чувств. И внимание к губам, оно может быть интересным, как исследование. Это может быть таким мостиком к каким-то изменениям состояний. Недаром, опять же, в том же в традиционном буддизме, в разных там традициях есть специальные упражнения, практики на то, чтобы улыбаться. Сознательно создавать некое настроение через улыбку. Вот. Ну, собственно, чем мы и позанимаемся. То есть мы так вот почувствуем, понаблюдаем. Ну и в целом губы не только связаны с этим, вот с эмоциями, с чувствами такими взрослыми, но также это еще какое-то очень глубинное детское переживание губы, да, когда мы через губы, через рот у нас питание происходит, первичное питание. Вот эти младенцы, которые сосут вот этим, сосут грудь вот этим аппаратом. И там очень много всего глубинного, бессознательного в этом месте сосредотачивается. Поэтому это может быть интересным таким объектом для исследования, самоисследования. А самоисследуем мы простым способом. Мы направляем туда внимание и стараемся прислушиваться, а что происходит, что происходит. Ну так вот, повторюсь, те, кто не участвует в ретрите, вы сделаете с закрытыми глазами. После, ну, как я проведу эту настройку, и все будет понятно, что мы делаем. Те, кто участвует, в какой-то момент мы откроем глаза и просто продолжать смотреть на лицо, больше в степени сосредотачиваясь на губах, в том числе не только их чувствуя, но и видя визуально. Окей. Так, давайте усядемся удобно, устойчиво. Для начала еще окинем пространство взглядом пространства, где находимся, каждый из нас в каком-то своем пространстве, и мы можем вот встретиться взглядом с этим пространством, увидеть его, сказать ему «Здравствуй, пространство,
Здравствуйте, стены, потолок, пол. Здравствуй, мебель всякая разная. Здравствуйте, разные формы и оттенки, и цвета. Мы можем увидеть большие какие-то объекты. Вот как они просто фактически конфигурируют это пространство, задают его форму. И какие-то маленькие детали также, мелочи всякие. И вот когда вы всматриваетесь в пространство, вот сейчас, встречаетесь с ним своим взглядом, то обратите внимание, а влияет ли это как-то на вас уже сейчас, вот что меняется. Можете ли вы заметить что-то? Хорошо. И затем давайте сейчас для настройки все закроем глаза. И сразу же почувствуем, обратим внимание, что изменилось для вас. Что актуализировалось, вот когда исчез визуальный канал. Что стало более явным. Что проявилось. Очень хорошо. Теперь переключим внимание на слух. Немножко послушаем это пространство. И здесь может быть интересным и важным как будто бы расширить свое слушание и слушать все пространство сразу и целиком. Охватывать его со всеми его звуками, приходящими издалека и звучащими близко. Хорошо. И еще раз переключим внимание теперь на обоняние. Вдохните воздух немножко. Втяните его ноздрями и постарайтесь почувствовать, как-то распознать оттенки ароматов. Они могут быть приятные или не очень приятные, или какая-то смесь разных. Может быть, вы не очень хорошо чувствуете запахи в целом. Но мы можем постараться, знаете, как-то так утоньшить восприятие, принюхаться к окружающему воздуху. И затем пойдем за вдохом, как бы проследуем за вдохом вместе со вдохом. И почувствуем, как тело дышит вообще. Обратим на это внимание, как происходит вдох, выдох. Движется грудная клетка, как участвует живот, как в целом дыхание движется в теле. И можем сделать несколько чуть более глубоких вдохов и длинных, мягких, таких продолженных выдохов. И со следующим выдохом придем к чувству опоры. Просто почувствуйте вот там, где тело соприкасается с этой поверхностью, на которой вы сидите. Просто вот это ощущение плотности контакта. В нем нет ничего особенного. Но если мы как-то погружаем свое внимание в него, то можем обратить внимание на то, что меняется. В области поясницы, в ягодицах, в промежности. Что-то может смягчаться, немножко расслабляется. И это может создавать такое ощущение субъективное, что тело как-то плотнее усаживается. Если это происходит, то хорошо. Просто обратите внимание на это. Хорошо. Затем переместим внимание на макушку головы и потянемся за ней. И вот
Такое мягкое, нежное вытягивание макушки, как будто бы тонкая ниточка, может быть, привязана к макушке. И вытягивается, вытягивается. И обратите внимание, как это влияет на все тело в целом. На плечи, что с ними происходит, на грудную клетку, на ваше дыхание. Как происходит вытягивание в спине. Хорошо. И затем давайте немножко покачаемся вперед-назад. Вперед-назад и найдем центр, середину, там, где тело действительно опирается. Вот позвоночник опирается сам на себя, где он в наиболее вертикальном положении. И затем уравновесим в своем внимании три объекта. Макушка продолжает вытягиваться мягко, а вес продолжает стекать вниз. Мы снова вернемся к тазу, почувствуем плотность контакта, не теряя макушку при этом. И позвоночник, который растягивается между ними, создает это ощущение внутренней оси. Хорошо, и сохраняя эту структуру, давайте пройдем по мышцам своим вниманием. Мышцы вокруг глаз. Позвольте им немножко смягчиться. Затем нижняя челюсть. Позвольте ей повиснуть, зубам разжаться. И язык во рту. Просто почувствуйте его. Может быть, вы почувствуете его вес, его некоторую тяжесть. И потом левая половина лица, правая половина лица и все лицо целиком. Мы можем позволить мышцам лица как будто бы тоже так немножко стекать вниз. Потом затылок, шея, плечи. Плечи могут потечь вниз. И обратите внимание, если плечи расслабляются, то влияет ли это как-то на ваше дыхание также. И руки от плеч до пальцев. Мы можем немножко задержаться в кистях рук, просто почувствовать их. Какие они сейчас, теплые или прохладные. Есть ли у них еще какие-то ощущения? Может быть, они меняются? Ощущения. Хорошо, дальше пройдем по спине. Просто своим вниманием, знаете, как так опустим внимание, проведем вниманием, как такой волной по всей спине, сохраняя ее прямоту, позволяя мышцам как будто бы мягко стекать вниз. Чувствуя, что происходит в ответ на это движение внимания по спине. Меняется ли дыхание? Хорошо, и затем передняя поверхность также. Горло, грудная клетка, солнечное сплетение. Живот, пах, промежность, снова таз, снова вес тела, плотность контакта. И затем ноги от тазобедренных суставов к стопам, сами стопы. И все тело как единое целое. Давайте мы сейчас почувствуем его еще какое-то время как единое целое. Как рука входит в перчатку, также внимание может войти в тело, обустроиться там, занять тело полностью, заполнить его. Мы можем чувствовать,
что тело живое, что в нем много движения внутреннего. Дыхание движется. Ощущения приятные, не очень приятные, нейтральные. Как-то они меняются, движутся, трансформируются одно в другое. Можем побыть со всем этим, вот с телом, как с единым целым, в этой форме. И сама эта форма, скорее всего, задает какое-то определенное состояние, определенное переживание. И можем это почувствовать, какое именно переживание, какие в нем есть оттенки, характеристики. Очень хорошо. Теперь давайте сосредоточим, сфокусируем внимание на губах. Губы, как часть тела. Сначала ничего не будем с ними делать специально. Просто чувствуйте их, просто постарайтесь быть с ними. Если отвлекаетесь куда-то, то снова возвращайтесь просто к этим ощущениям. Вот губы. И к изменениям ощущений. Потому что если вы оставляете свое внимание там какое-то время или возвращаете его, то вы начинаете замечать изменения. Может быть, ощущение, что губы как бы наливаются теплом. Как-то они, может быть, чуть-чуть набухают. Может быть, даже чесаться начинают. Еще что-то такое вот явное, активное происходит. Может быть, едва заметное. Может быть, легкое смягчение. И как будто бы, знаете, чуть больше жизни у них появляется. А затем мы можем очень мягко растянуть губы в улыбке и почувствовать, что происходит, есть ли, рождается ли какой-то отклик. Дальше мы можем поиграть с этой улыбкой, то растягивая губы в улыбке этими мышцами лицевыми, то снова сокращая, стараясь улавливать отклик внутренний. Какие-то моменты, в каких-то участках этой улыбки, может быть, вы будете чувствовать этот отклик в виде какой-то такой легкой приятности, едва заметного удовольствия. Какой-то, может быть, очень мягкой радости. Просто от того, что вы делайте улыбку, именно делайте. Но когда вы чувствуете, если вы чувствуете это ощущение, переживание, удовольствие, приятности, то вы можете как будто насытиться им, что ли. Вот оно. И тогда оно может породить следующую улыбку уже какую-то естественную, более естественную. Так мы продолжим с этой практикой вот до конца упражнения. И те, кто с закрытыми глазами, продолжайте делать это с закрытыми. А те, кто с зеркалом, мягко откройте глаза и продолжите то же самое, но с зеркалом. Глядя в свое отражение и замечая изменения, когда вы улыбаетесь, то что меняется? В вашем переживании, в вашем отношении к себе, к отражению, к этому лицу.
Сейчас мы постепенно будем двигаться к завершению. И те, кто с открытыми глазами перед зеркалом, вы их сейчас мягко позвольте им закрыться. Те, кто с закрытыми, пока их держите закрытыми. И срочно перестаньте улыбаться. Сейчас мы будем заканчивать, поэтому нужно быть серьезными. Вообще жизнь — это боль, страдания, нечего тут улыбаться. Ну, в общем, мы можем перейти к обычной серьезности, но при этом почувствуйте, а есть ли у вас какое-то сейчас послевкусие, вот после этого небольшого упражнения. Вот что-то эта улыбка вам принесла ваше состояние, ваше переживание, ваше настроение, ваше самочувствие. И можем сделать несколько глубоких вдохов, длинных выдохов, отпустить, немножко опустить внимание снова в чувство опоры, почувствовать ее. И потом добавить движение, пока с закрытыми глазами, в тело потянуться, как немножко подвигаться и там, где хочется, потрогать себя, помять, погладить, потереть, размять. В этом снова откройте глаза, оглядитесь по сторонам, снова встретитесь с пространством. Вот. И еще раз как-то я предлагаю вам задать себе вопрос, а как я сейчас, как вы сейчас? Изменилось ли что-то? Повлияло ли как-то на вас это небольшое упражнение? Соответственно, тем, кто в ретрите у нас сейчас, время пописать, да, попишите какое-то, вот что будет приходить. Те, кто не в ретрите, если вы хотите, тоже попишите. И если у вас будет какой-то отклик, те, кто не в ретрите, можете прямо здесь его под видео написать. Вот. Если вопросы, то лучше их отдельными постами писать в группе. Все, большое спасибо. Следующая встреча, если все будет нормально, состоится в понедельник в то же время. Там будет, по-моему, перевод часов, ну ладно. Я напишу, в общем, в подробностях. Пока.